Брусника – это небольшой кустарник с ярко-красными плодами. В нашей стране она в основном произрастает в тундровых лесах и обладает множеством целебных свойств. В ее состав входят белки, углеводы, жиры, бета-каротин или витамин А, витамины группы В, витамины С и Е, дубильные вещества, органические кислоты, лимонное, яблочное, салициловое, макро- и микроэлементы, магний, фосфор, калий, кальций, медь и хром. Брусника обладает следующими свойствами: обогащает организм, укрепляет иммунитет. Ее применение – хорошая профилактика простуды и гриппа. Обладает жаропонижающими свойствами. Калий, входящий в состав ягод, способен вытеснять из организма излишки натрия, который удерживает воду. Это отличное лечение и профилактика отеков. Благодаря содержанию марганца в ягодах предотвращается образование жировых бляшек в сосудах. Именно поэтому брусника назначается при ишемической болезни сердца и высоком артериальном давлении, также для их профилактики. Способствует нормализации сахара в крови, помогает справиться с неврозами и анемиями. Сок брусники часто рекомендуется беременным женщинам. Воздействует на перистальтику кишечника и помогает повысить уровень кислотности за счет высокого содержания органических кислот. Сок этой ягоды – хороший антиоксидант. Даже листья этого растения обладают уникальными целебными свойствами. Отвар из листьев используют при мочекаменной болезни. Он помогает размягчить и вывести камни, а также предотвращает их появление. Это прекрасное противовоспалительное средство. Обладают выраженным противомикробным эффектом. Помогают укрепить иммунитет. Используются в качестве профилактики простудных заболеваний. Листья брусники даже в сушеном виде не теряют своих свойств. Противопоказания. Людям, у которых имеется повышенная кислотность желудочного сока или гастрит, лучше не употреблять в пищу свежую бруснику, поскольку содержащиеся в ней кислоты усугубят состояние желудка. Язвенная болезнь и повышенное выделение желчи также являются противопоказаниями к употреблению брусники. При хронической гипотонии брусника может спровоцировать ухудшение здоровья, поскольку снизит и без того заниженные показатели кровяного давления. Не рекомендуют врачи есть эту ягоду в послеоперационный период. Вещества в ее составе разжижают кровь и создают угрозу внутреннего кровотечения. Желаю вам всех благ! Применяйте знания на практике, ставьте лайки и подписывайтесь на канал.